Ордена и медали дождались своих героев. Очередная партия добровольцев 15-го казачьего отряда «Ермак» вернулась домой. В течение 3 месяцев казаки выполняли поставленные боевые задачи в зоне СВО. Благодаря боевому духу справились с минимальными потерями. Моральный дух достаточно высокий у отряда. И у тех, кто вышел сейчас на момент, у тех, кто там остался. То есть люди готовы стоять, сражаться и выполнять свой воинский долг. Нам надо держать наши рубежи и не пускать сюда нацистов. И чтобы то, что творится там сейчас, не было здесь. Поддержка постоянно идет, братская помощь от братов-казаков, от губернатора Самарской области. По казачьему обычаю, встреча доблестных воинов началась молебно. Ее провел митрополит Самарский и Новокубишевский Сергий в храме Кирилла и Мефодия. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично поздравил каждого добровольца и поблагодарил за службу. К поздравлениям присоединился атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов. Он отметил поддержку, которую оказывают всем добровольцам. Хочу подчеркнуть, что все боевые задачи они выполнили достойно. И те сводки, которые мы периодически слышим по телевизору из уст генерал-лейтенанта Коношенкова, о тех успехах, которые одерживают наши доблестные воины, в том числе есть значительная часть труда наших добровольцев, системы БАРС, в том числе и нашего 15-го отряда. Все казачьи общества, они активно участвуют в оказании шефской гуманитарной помощи. Это прежде всего теплые вещи, продукты питания, медикаменты. Все то, что нужно для того, чтобы каким-то образом обустроить быт в полевых условиях. После длительной боевой командировки вернувшиеся добровольцы будут набираться сил и восстанавливаться, а им на смену отправятся другие. Такие ротации происходят регулярно. Отцы-командиры заботятся о казаках, выполняющих воинский долг, а молодое поколение поддерживает морально. Рад, честно рад, то, что столько ребят вернулось, то, что выполнили поставленные задачи, духом был с ними. То есть поддерживал постоянно, молился, чтобы только вернулись. Встреча завершилась торжественным концертом. Дмитрий Павлов, Никита Галочкин, Олег Галочкин, СТВ.